Казанский федеральный университет и благотворительная организация «Русфонд» продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. В этот раз в помощи нуждается 4-летний Егор Яшин, у которого врожденный порок развития лимфатической системы. О том, как помочь Егору, узнаете далее. Надо нарисовать хоть круг какой-нибудь. Ну, давай. Здесь. Красиво, да? Красиво. Получается. Получается красиво. Впервые о болезни Егора его мама узнала на 25-26 неделе беременности. Тогда врачи поставили под вопросом лимфангиому, порок развития лимфатической системы, и направили в детскую республиканскую клиническую больницу. Там диагноз подтвердили и начали наблюдение. Собрали консилиум из врачей, они решали, операбельно будет это лимфангиом или нет. Сказали, что будет операбельно, можете рожать. После того, как я родила, к сожалению, нам в Казани помочь не смогли. Мы улетели в Москву, нас там прооперировал врач. Операция шла 9 часов. В общей сложности, если собрать все его операции с удалением пальчиков, с коррекцией шва, в общем, он пробыл под наркозом 14 часов. У Егора сложный врожденный порок развития лимфатической системы – лимфедема. В данный момент сохраняются нарушения и со стороны лимфатической системы, и опорно-двигательного аппарата. По словам врача, мальчику необходима комплексная реабилитационная программа, так как заболевание хроническое и оно прогрессирует. И вот эта программа, которую мы у него разработали на целый год, она позволит нам привести в порядок его, скажем так, состояние лимфатической системы, состояние кожных покровов. С ним будут работать наша команда, которая занимается лимфатическими отеками. Кроме этого, с ним будет работать нейрореабилитация, лингвисты будут работать, психолог, педиатр. Несмотря на болезнь, Егор по праву боец. Перенеся такие серьезные операции, он продолжает оставаться оптимистом и мечтает стать таксистом. Рука воспаляется раз в месяц примерно, поэтому нормальной жизнью он жить не может полноценно. Рука болит, он спать поворачиваться не может, она опухает, краснеет, твердеет. Ему от этого больно постоянно. Поэтому нам очень нужна реабилитация. Чтобы дать шанс на полноценную жизнь, Егору необходимо собрать 914 994 рубля. Помочь ему можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Более крупную сумму можно перечислить на официальном сайте rusfond.ru. Операция позволит стабилизировать процесс заболевания, что поможет полноценно расти и развиваться. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.